тьма — это лестница, что ведет к свету. А пролог был неплох. Пусть это и заезженная книжка со сказками. Не стоит на ночь зачитываться ужастиками. А то во сне будут одни драконы, рыцари солнца. Это я. Во сне я была драконом. Не той хорошей погибшей. Значит, внутри меня... В прошлой жизни я творила ужасные вещи, да? Вот откуда врожденная злоба. Дракон — это злейшая, худшая волшебная сущность. Алита была бы разве что драконом Плаксой. Ты знаешь про мальчика тень? Тень есть у всех, глубоко в сердце. Когда-то давным-давно, на далеком хребте Чусюэ, жил-был мальчик по имени Сяоду. Его отцом был искусный лучник. В день, когда его папа вернулся домой, солнце было особенно ярким. Эй! Пап, смотри! После тяжелой борьбы с драконом, папу его принесли без единой царапинки. Мы пронзили его тело мечом, но из него выбралась детская тень. Госпожа, мы сделали все, что смогли. А вы слыхали? Последний монстр пропал. Да? Мы победили? Ну, по крайней мере, не проиграли. Но можно ли назвать это победой? Ты намекаешь на то, что они даже не поняли, что на самом деле было драконом, пока его не победили? Эх, слышал я, все пытавшиеся разобраться в драконах потеряли собственный рассудок, как некоторые. Если бы не их жертва ради науки, мы бы не победили. Драконы — злые волшебные существа из тьмы, что существует с начала времен. Только светом можно победить тень. Смотри! Это же... Дракон! Бежим! Сяоду! Сын мой, в таком случае даже лучший охотник станет его жертвой. Душевные позывы. Он что, читает мои мысли? Сопротивление, отрицание. Не выношу я больше твои больные шарады. Ты ведь так хочешь эту силу. Я ведь прав. Из-за того отец твой. Попытка вторая. Приготовься. Да кто? Ты так
ты моя жертва. А где Ду? Мы пойдем сейчас его искать. Ну, пойдешь с нами? Ну, я вас догоню. Ну да, умно сказано. Поторопись, это скоро стемнеет. Ничего не боится. Эх, умняша. Ни следа заклинаний. Это точно не магия света. Раздробленность пространства-времени. Опасная область конкретизации потока сознания. Света. Убивать жертву, любя. Мы с тобой похожи. Оба осознаем, наше глубочайшее желание устремиться во тьму. Я не такой. Он — это часть тебя, прячущаяся в глубине твоего подсознания, и она силой тьмы уже обладает. Я просто ужасный охотник. Не загоняйся, старина. Расслабься. Сон — лишь дополнение реальности. Сын мой, иногда даже лучший охотник становится своей жертвой. Я почти вижу его!
Вот он. Значит, ты тут прохлаждался. Отпустите! А теперь попытка три. Бежим! Хватит! У меня что? Что случилось? Часы сломались. Чего? Из-за поломки пространственно-временного континуума из тьмы появились фрагменты сознания, размыв границы между сном и реальностью. Только убив монстра, заставим время снова идти. Всего лишь глупая маска. Где же твои ящерицы? Это все, что ты можешь? Ящерочка! Посолю такую силу! Она от нее без ума! Теперь я тебя вижу, темный мальчик. А вы слыхали? Последний монстр пропал. Да? Мы победили? Ну, по крайней мере, не проиграли. С тех пор Сяо Ду никогда теней не боялся. Погоди, ты не все сказала? Что? Когда? Что стало с тенью дракона? Oh.